Это место называют Самарской Швейцарией. Он прославил Ширяева на весь мир, и здесь его не забыли. В честь дня рождения знаменитого русского живописца Ильи Ефимовича Репина, чьи зарисовки бурлаков и сейчас можно увидеть в местном музее, в Ширяево прошел фестиваль. Ежегодный праздник объединяет разные виды искусства – живопись и скульптуру, театр и музыку. Гости приезжают на фестиваль Репин навсегда, чтобы зарядиться эмоциями и попробовать себя в творчестве. Алена Калмыкова с улыбкой вспоминает о том, как 4 года назад впервые оказалась на этом празднике. Впечатления были настолько яркими, что теперь семейство Калмыковых не пропускает ни одного фестиваля в честь художника. Атмосфера праздника. Ради праздника приезжаем. Вот. Что еще дополнить? Праздник, веселье. Для гостей фестиваля проводится театрально-музыкальная программа, большое количество мастер-классов, авторских выставок. Выступление музыкантов Волжского русского народного хора собрало ценителей живой музыки. Он не лучше рязанских рассолей, Шагане ты моя, Шагане. Артисты театра «Самарская площадь» со сцены рассказали историю создания знаменитой картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Дети и взрослые поучаствовали в театрализованном представлении, включающем в себя активные игры. Это радостное для нашего музея, даже не мероприятие, наверное, а какой-то праздник, потому что сегодня день рождения Ильи Ефимовича Репина. В 1870 году вместе с художником Васильевым Макаровым он отпраздновал именно здесь этот день рождения. А для нас уже 28-й год, для нашего музея, такой традиционный праздник. На фестивале можно поучаствовать в мастер-классах. Например, создать своими руками этническую куклу или любой другой сувенир. Нарисовать картину красками, сплести ее из нитей или даже травы. Вы знаете, мне кажется, это счастье. То есть заниматься творчеством – это счастье. Ты уходишь в себя, ты погружаешься в решение творческих задач, какие-то насущные проблемы отходят на дальний план. Знаете, вот я всегда говорю, художники живут очень долго. С легкой руки Ильи Репина когда-то началась волна паломничества мастеров и любителей живописи в эти места. А сейчас это центр притяжения для всех творческих людей. И фестиваль в Ширяево не редкость. Уже в августе здесь пройдет «Жигулевская вишня». Мастерицы посоревнуются в приготовлении самого большого и вкусного вишневого пирога. Александра Гусева, Максим Гусев. События.